Прекрасные девушки. Я очень рад, что у вас такое большое количество отозвалось на наш турнир. Я обратил внимание, что с разных районов к нам приехали на наш первый турнир. Конечно, мы безусловно рады, что я приветствую вас. И начнем мы жеребьевку следующего. У нас появилось 18 команд. Две команды на данный момент, к сожалению, не выявились. Соответственно, нам не придется делать беговые матчи. И все команды, которые пришли, сразу попадают в беговую турнир. Это безусловно вам. По какой схеме будем зрить? У нас здесь уже предварительно подготовлены ваши названия команд. По очереди будет салют. По какой схеме? И, во-первых, сегодня один человек тянет, называет какая команда. Мы записываем его в любой турнир. Дополняем каждую группу по очереди. В таком порядке, как вы тянете. Чтобы было абсолютно честно, объективно, без всякого. Договорились? Есть ли желающий, который хочет начать? Пожалуйста. Сопочка! Сопочка тянет. Пока высокая сопочка. Это будет 78. 7-6. А кто, кстати, придумал такое название? 7-6, что означает? А вот. Not local. Правильно произношу not local? Или not local? Not local. Снизу. Итак, у нас вторая группа Б заполняется. Итак, кто будет первой командой в группе Б? Горный. Горный. Правильно читаю? Дупла. А что означает дупла? Сочетание всех имен. А, ладно. Да. Дупла. Дупла тянет. Я тяну. Давай еще раз раскрутаем. Вот мой год два раза. Кто-то не хотел. Бикини, батон. Батон. По-русски скажите. United. United. Я напишу слово. United is? Yeah. 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 Так, United тянет. Петроградочка. Начинается группа Г. Хатико. Конечно. А то вдруг там нет этих команд. Аэродром.
честно, логично. Тематика аэродром. Аэродром это нас. Ну что, уважаемый капитан, участник, сейчас трехминутная. Девочки ушли в другую. Трех-пятиминутная готовность. Мы заполняем первые протоколы. Приходим к торжественному открытию соревнований. Дата честна? Я молодец.